2 200 000 000 долларов – это инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов в нашу страну. Такое соглашение было подписано во время рабочей поездки премьер-министра Аскара Мамина в Абу-Даби. На эти деньги арабы планируют строить птицефабрики и выращивать фрукты в Казахстане. Кроме того, планируется активизировать геолого-разведывательные работы и построить индустриальный парк. Также на Востоке планируется создать туристический комплекс «Катон-Каргай» и построят завод по производству деталей для электроавтомобилей. В целом для реализации совместных проектов подписано 17 межправительственных и коммерческих соглашений. Они позволят создать новые рабочие места, освоить передовые технологии и обменяться опытом.